Специализированная компания-подрядчик по заказу городской администрации приступила к устройству сети ливневой канализации на площади Луговой. Как отмечают специалисты, запланированные ремонтные работы помогут отвести воду во время дождей и избежать серьезных подтоплений. С учетом состояния сетей на Луговой и на участке в Новоивановской было принято решение по перекладке коллектора. Протяженность составляет порядка 90 метров. Будет переложена труба, будут поставлены дополнительные приямки для того, чтобы обеспечить водосбор с одного из участков улицы Луговой. Также обследованы сети по основной улице Луговой в нормальном состоянии. Поэтому считаем, что работы повысят эффективность водосбора. Работы проводятся под контролем городской администрации и завершатся до середины июня. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.